Всем привет, дорогие друзья, с вами Эдхук Рюга, и сегодня мы играем игрушку FIFA 14. И тут довольно старые заставы, и сегодня я играю со своим другом, и я играю PSG, он играет Боруссии. Я проиграю, парень. Парень, что там? Интер нажми. PSG Боруссия, давай, на парижском парке. Париж, Линкен Парк, дождик. Ну видно, ты видел FIFA 14, что со Златаном. Тиаго Мота удар Вейденфеллер. Рома Вейденфеллер. О. А, так у тебя Сократис ЦЗ. Реально хуй. Ой, ну тут офсайд, тут чисто офсайд. Да там офсайд, чувак. Там я даже с самого начала знал, что там офсайд. Просто. А, на дурма. Дюрм. Тиаго Сильва. Ой, Матс Хумельс, иди нафиг. Да ты кривой какой-то. Он центральный защитник. Еще и не рабочий ногой ударил, у него левая рабочая, по-моему, или правая, я не знаю. Генрих Мхитарян, пас в никуда. Ой, Левандовский тут решил себя в Ван Перси превратить. Или в Касильяса. Ой, Хумельс. О, Тиаго Сильва хорошо играет. Ну блин, вот главный удар. Тут подает Тиаго Мота. Мота Алекс. Алекс, Вайденфеллер. Тащит Вайденфеллер Боруссию. Не комментируй, пожалуйста. Я комментирую. Давай, Ибрагимович, ну что это за... Ибра. Нет, ну хотя удар мог бы получиться нормальным. За него не поедем. Ой. Короче, 0-0. Чтобы играть в этот, через себя, и лучше всего с углового так забивать. У меня эта кнопка Caps Lock. Ты когда вот зажимаешь какую-то кнопку, он у тебя как-то странно бегает, вот так вот, боком бегает. Это какая кнопка? Не знаю. Ну у тебя есть такое, да, что ты зажимаешь кнопку, он как-то боком начинает бегать, когда ее держишь. Короче, вот с помощью нее можно этот, через себя забивать. Так, что-то у меня совсем... Ну, владение мячом, конечно, нормальное. Тут Алекс, Вандервиль, Эсакель Вавеси. На этот и на правый фланг. На правый фланг я лучше выпущу. Вот кого. И вот она замена. Кого не убираешь, ты дурак? Нет. Вот ты дурак. Давай. Один в один, Ибрагимович. Ибрагимович, удар! Вайденфеллер! Иди нафиг. Берати! Ну давай, ну что вы на нас убиваете, ну чё за? Там Вайденфеллер по пустым почти. Там не рой снимать, людей не нарушали. Там просто подскользнулся. А вот тут вот, тут опасно, Матюди, удар, гол! Матюди! Мой Матюди забивает. Гол. Это похоже на Мейси. Что, Гитлер? Ой, фу, Матюди? Простите, никто не слышал, я просто случайно. Там чисто, там, кстати, аж не было офсайда. И тут тоже. Ой! Что? Сима, убийца, маньяк. Сейчас Хумельс гол забьет. Давай, иди нафиг, я его закрою сейчас видео. Соединение вашим соперникам. Ты че издеваешься? Это ты издеваешься. Что? 1-0 я затащил. Ля-ля-ля. Разница мячей. Фифу надо, походу, перед этим. Ладно, так, сейчас мы продолжим.